Криптовалюта в России получит правовую поддержку. Законопроект о регулировании операций с криптовалютой был разработан АНО «Право роботов» Воронков Ventures Head Consulting и направлен главе Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, председателю экспертного совета по законодательному обеспечению финансовых технологий Мартину Шакуму. Документ предусматривает основные правовые нормы и принципы для оборота цифровых денег в стране, а также механизмы проведения ICO. Его авторы также предлагают создать государственную биржу цифровой валюты, где основной валютой станет крипторубль. Эксперты же пока скептически относятся к поданной законодательной инициативе, называя ее сырой.